Стоит ей улыбнуться во сне, поцелуй на замерзшем окне. И когда он говорит герою, ему говорит: я от тебя тракну. Это же такой, такая крутотень, скажи голосом человека-муравья. Она предложила мою кандидатуру для какой-то там роли. Она на нее посмотрела и говорит: подожди, так он же с акцентом разговаривает. То есть продюсер на канале был уверен, что я говорю с акцентом. Не спи, не спи, работай, не прерывай труда, не спи. Борись с дремотой, как летчик, как звезда. Ой, дубляж, у вас закрытая секта, к вам ну, не попасть. Об этом часто говорят, да. Да, масонская ложа практически, да. Да-да-да. Угу. А в какой-то момент так сядешь на лавочке такой в сквере и думаешь, а что ты сделал? В этой жизни. А что ты сделал в этой жизни? Rec Square. Podcasts.